В рамках всероссийской акции «100 баллов для победы» в лицее имени Лобачевского Казанского университета прошла встреча старшеклассников с выпускниками прошлых лет, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Все подробности далее. В мероприятии принял участие министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин. Он отметил, что главная цель акции – это снятие психологической нагрузки со старшеклассников перед сдачей ЕГЭ. Они должны знать, что вместе с ними готовятся к ЕГЭ и родители, и учителя, и сами дети. Тут ничего страшного нет, потому что в жизни бывают многие испытания. Это для них первый экзамен, первое испытание вот такого уровня. На встрече старшеклассники из первых уст узнали секреты успешной сдачи экзамена. Выпускники-стобальники, уже ставшие студентами, также рассказали им, как заветные 100 баллов могут помочь при поступлении в вуз мечты. И как не поддаться панике в самый ответственный момент. Я советую начинать готовиться заранее, так как именно уверенность в своих силах позволяет себе преодолеть свой страх. Но мне кажется, что такие акции довольно-таки интересные, потому что сейчас выпускники этого года, им интересно посмотреть на нас, интересно, чего мы достигли, чего мы добились, и мне кажется, что это их, возможно, замотивирует. Ну, в первую очередь, когда ты готовишься к ЕГЭ, соответственно, и готовишься усердно, это тебе дает большое преимущество в плане самоподготовки, самодисциплины, и, соответственно, в будущем ты этот навык никогда не потеряешь, и, соответственно, это тебе поможет, как мне кажется, достаточно сильно при поиске работы и даже просто при написании какой-либо научной работы. Кроме того, на мероприятии старшеклассники узнали, что получению 100 баллов на ЕГЭ равносильно победа во Всероссийской олимпиаде школьников. Также ребятам рассказали о проведении приемной кампании в этом году. Отметим, что ежегодная акция 100 баллов для победы проходит уже в пятый раз. На этот раз она приурочена к Году науки и технологий. Диана Жиленкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.